Всем привет! Добро пожаловать в новое видео. Сегодняшний ролик будет о зимнем гардеробе, но на самом деле моей главной целью является поделиться с вами своим опытом составления капсул и зачем вообще это нужно, потому что, во-первых, у вас никогда не будет возникать вопрос, что надеть, что с чем сочетать, вы не будете ходить в одном и том же, и также это экономит время и деньги во время покупки новых вещей. Ну что ж, давайте приступим. Я уверена, что вам сегодня со мной будет интересно. Я подготовила много полезной информации и поехали. Честно говоря, я пересмотрела огромное количество видео стилистов и просто любителей моды. Я почерпнула огромное количество информации для себя. Также я заканчивала стилистический курс чисто для себя. Я не мню себя теперь великим стилистом, но раз получается у меня, значит и у вас тоже получится. Я также поделюсь с вами своими мыслями при выборе того или иного элемента гардероба и инструментами. Это вовсе не обязательно, но лично мне весь этот процесс доставляет какое-то колоссальное удовольствие. Начнем с самого начала. Первое, что я сделала, это составила свой круг жизни и буквально разделила его как пирог для того, чтобы понимать, какую часть моего гардероба будет занимать, например, что-то для прогулок, для дома, для работы. Я работаю дома, но, к сожалению, не могу себе позволить постоянно ходить в каких-то там спортивных костюмах. Также мы регулярно выходим куда-то там пообедать, встречаемся с друзьями, ходим в гости и так далее, родительские собрания, праздники, поэтому мне нужны еще и парадно-выходные вещи. И капсула, которую я сегодня вам покажу, она не минималистичная, но зато она будет подходить на все случаи жизни. После того, как я определилась, какой тип одежды мне нужен по большей части, я составляю для себя мудборд для того, чтобы, ну, как-то организовать то, что мне сейчас по душе, то, что мне сейчас нравится и от чего я буду отталкиваться. Это не значит, что я буду повторять каждый образ из этих картинок, но мне так удобно, и такие коллажи вовсе не обязательно делать. Вы можете сохранить просто в отдельную папочку в вашем телефоне какие-то фотографии из Pinterest или создать папку в самом приложении. Помимо этого, можно использовать и такие программы, как Canva. Есть платные и бесплатные версии, но я же использую мобильное приложение Lift. Оно тоже, к сожалению, платное, но как блогер я вообще часто им пользуюсь. Далее я составляю для себя основную цветовую гамму, которая будет хорошо работать между собой. Практически все оттенки сочетаются, в которых мне комфортно. Если вы следите за мной давно здесь или в Инстаграме, то знаете, что яркие цвета там в стиле фуксии — это скорее не про меня, но к базовым оттенкам вы спокойно можете добавлять что-то акцентное. Говоря о стилистических каких-то правилах, от них можно отступать, но принято, что где-то там 50% это должны быть такие базовые нейтральные цвета, остальное это принт и яркие оттенки. У меня с принтами сложновато, мне хотелось бы это исправить, но вот ярких оттенков в этой капсуле у меня все же хватает. И раньше в осенне-зимний сезон я очень часто сваливалась в такую серо-черно-коричневую гамму, и мне захотелось в этот раз составить свою капсулу таким образом, чтобы мне было удобно, было что надеть на выход, и чтобы появились цветовые акценты. И вот что у меня получилось. Без некоторых элементов одежды и обуви, в принципе, можно обойтись. Что-то можно заменить по вашим предпочтениям, начиная с элементов одежды, заканчивая цветами и фасонами. Ваша капсула гардероба, конечно же, может совершенно отличаться от моей и по элементам, потому что у всех у нас разный образ жизни, разные предпочтения, типы фигуры, и вы можете выбрать вообще другие цвета. Здесь важен принцип того, как вы это все добавляете, с чего начинаете, чем руководствуетесь и так далее. Следующий этап — это то, с чего мы начинаем. Я всегда отталкиваюсь от того, что мне сложнее всего выбрать. Это низы. Не знаю, как вы, но лично я, чтобы приобрести брюки, юбку, джинсы, трачу огромное количество времени, и далеко не каждая модель сидит на мне хорошо. Еще одно негласное правило: при составлении капсулы каждому низу у нас должно быть минимум 3 верха, и вообще чудесно было бы, если бы все верха, которые вы выберете для капсулы, будут подходить к низам. И первый элемент гардероба — это брюки. Вы можете взять любые, более такие по фигуре,
не такие длинные, но сейчас это самая актуальная модель, и лично для меня она является самой универсальной. Брюки — это отличный вариант как на работу, так и на встречу с подругами, и даже на праздник, и на прогулку. Конечно, если за окном слякоть, то можно выбрать чуть-чуть другую модель и джинс в том числе, но лично для меня это не такая уж и проблема, и я очень часто выбираю обувь или на каблучке, или на какой-то танкетке, на более высокой подошве, какой-то платформе, и у меня не так сильно заляпываются брюки. Можно было бы взять серые или черные, но для моей капсулы идеально подходят темно-шоколадные, практически черные. Это и модно, и стильно, и очень-очень много с чем другим сочетается, говоря о цветах. При выборе брюк, помимо длины, обратите внимание на посадку. Я больше всего люблю среднюю, высокую. И спереди тоже могло бы не быть защипов, но таких я не нашла. В принципе, меня все устраивает, потому что защипы спереди могут придавать нежелательный объем или подчеркивать наши какие-то небольшие недостатки в виде животика. Я к этому отношусь спокойно, главное, чтобы мне все нравилось. Далее джинсы. Они у меня тоже свободного кроя и удлиненные. Можно взять классические в стиле Levi's 501. У меня они есть аж в трех или в четырех вариантах. Это действительно классные джинсы, но мне нравится, как визуально такая модель, как у меня, вы видите в примерке, она меня вытягивает, и также более широкие джинсы и брюки, в частности, дает нам возможность надеть что-то под низ. Это может быть термобелье, это могут быть кашемировые шерстяные колготки. Я купила такие для себя в прошлом году, не могу нарадоваться. Это действительно что-то, что помогает мне не замерзнуть, но при этом выглядеть стильно. Говоря о джинсах и о цвете, вы, конечно же, можете взять графитовый или более глубокий синий цвет, если, например, там дресс-код вам не позволяет, или это ваши личные предпочтения, но на самом деле я очень часто выбираю тот цвет джинса, который будет служить мне в любой сезон, не только в зимний, и также, чтобы он был не чрезмерно ярким и не слишком летним вот таким, и именно такой оттенок джинс, как на мне, как мне кажется, добавляет нотку чего-то такого более casual, что ли, расслабленного, назовем это так. Далее юбка. Без юбки я не могу. В любой непонятной ситуации я надеваю шелковую юбку. Она чудесно смотрится и в весеннем стиле, и в летнем, и на прогулку куда-то, и на праздник. Ну, в общем, они у меня есть в разных цветах. И составляя, и начиная пользоваться такой капсулой, вы потом четко понимаете, что вам нравится больше всего, что вы чаще всего выбираете, и с чем вам гораздо проще составить большее количество разных комплектов. И именно в такие вещи я рекомендую вам вкладываться, ну, то есть покупать что-то из категории именно качественных вещей, они останутся с вами надолго и будут служить верой и правдой. Лично у меня такая история сложилась не с черной, не с цветной, не с принтованной юбкой, а именно с кремовой. Я поняла, что она вообще ко всему подходит, и на праздник, и даже на каждый день, на какие-то там детские дни рождения и так далее. Это тот элемент гардероба, который я надеваю максимально часто, причем как в летнее время года, так и в зимнее, а грядут праздники, и я нашла то, что соответствует всем моим требованиям. Конечно же, если мы говорим о шелке, то это Lily Silk. У них просто высочайшего качества шелк, и сейчас у них вышла модель юбки, которая, ну, вот вообще предел моих мечтаний. Во-первых, давайте начнем с цвета. Это не белый цвет, а кремовый, что делает его более универсальным, и также мне больше подходит не кипельно-белый цвет, а вот такой оттенок, и он также гармоничнее смотрится с остальными другими, что вы сможете наблюдать в последующей части этого ролика. Она может быть или миди, или макси, в зависимости от вашего роста, но на моем 1,62 м она уже, знаете, как макси, и она просто настолько красиво струится по фигуре, она не просвечивается, в примерках на мне не самое светлое белье, даже когда вы наденете под нее светлые колготки, например, да, то это не будет пробиваться через ткань, потому что она очень такая вот плотная, но суперкомфортная. И этот комфорт ощущается не только
снаружи, но и внутри. Очень красиво переливается ткань, и она, вот знаете, тяжело сидит по фигуре. То есть это не что-то, что болтается как тряпочка, а наоборот, вот издалека даже заметно, что это качественное изделие. Есть всевозможные выточки. Юбка застегивается на вот такой аккуратный замочек, который не барахлит, он плавно застегивается, и также здесь есть крючок. Швы все максимально ровные. Я обожаю качество Lily Silk. У меня достаточно много их вещей, и я ношу их с преогромным удовольствием не один сезон. И такую юбку вовсе не обязательно надевать с жакетом или с какой-то парадно-выходной блузой. Вы можете добавить свитер, вы можете добавить укороченный жакет, какой-то кардиган. Это также может быть свитер, лонгслив и поверх еще какой-то один слой одежды. Также не обязательно надевать что-то на каблуке. Это могут быть грубые ботинки. Это смотрится очень свежо на фоне всего серо-черно-коричневого. Это максимально освежает наш образ. И, конечно же, такую юбку вы можете надеть на праздник. И можно добавить какой-то топ, например. А если это холодное время года, и вы знаете, что может быть по-разному, то можно также выбрать, например, какой-то топ с открытыми плечами. В общем, вариативность зашкаливает, и вовсе не обязательно полностью одеваться во все белое. Можно добавить какие-то цветные акценты в виде аксессуаров. И действительно, для меня такого плана юбка — это то, что выручает, ну, во всех возможных ситуациях, когда или мне не хочется думать, что с чем я буду носить, или же просто нужно выглядеть классно и при этом стильно, и чтобы я чувствовала себя комфортно. Что касается Lily Silk, то, конечно же, как всегда, для моих зрителей у меня есть целых два промокода. У них есть не только высококачественные шелковые изделия, но это также Baby Cashmere, это нежнейший кашемир, о котором мы с вами поговорим дальше. И первый промокод дает 20% скидку. И если ваш заказ составит свыше 480 евро, то у вас есть второй промокод, который дает аж 25% скидку. Порадуйте себя, дополните ваш гардероб качественными изделиями или купите что-то в качестве подарка для ваших близких. Ну а мы продолжаем. Следующий элемент моей капсулы – это какие-то комфортные, трикотажные, тепленькие брюки. И здесь я хотела бы сразу поговорить о комплекте, потому что, опять-таки, у нас будет больше вариативность, и можно приобрести светлые, но на самом деле именно тауповые, мне кажется, более универсальными. И трикотаж — это очень комфортно дома, это удобно. И помимо этого, всякие поездки. Также мы часто выезжаем куда-то на природу. И я люблю выглядеть не просто как капуста закутанная, но чтобы это смотрелось стильно. И мне вообще нравится наряжаться на любой случай жизни. Что касается брюк, то желательно, чтобы трикотажные брюки были более широкими, потому что таким образом у нас не будут вытягиваться коленки, и под низ опять-таки мы можем надеть что-то потеплее, типа колготки или тоже термобелье. И говоря о костюме, так уж складывается, что этот костюм у меня также от Lily Silk. Я искренне благодарна за свободу выбора. Я могла выбрать те вещи, которые нравятся мне и которые я реально буду носить. Так как я и говорила, это комплект таупового цвета, и по составу здесь у нас 70% шерсти и 30% кашемира. Такое сочетание препятствует скатыванию и также лучше сохраняет тепло. Помимо этого, он настолько уютный, комфортный, теплый и мягкий. У меня чувствительная кожа, особенно декольте, очень часто что-то раздражает меня, чешется, колется. Здесь такого нет. Говоря о брючках, на мне они не короткие, даже длинноватые, но когда я носила их с лоферами, я подтягивала их повыше. У них, кстати, завышенная посадка, что очень здорово на холодный сезон. И в зимнее время года их можно надевать, например, с какой-то теплой зимней обувью на платформе, на такой более грубой подошве. И когда станет теплее, то тоже можно спокойно переключиться, например, на светлые кеды. Прежде чем мы перейдем к остальным верхам, давайте уже завершим с комплектом. Худи свободная,
И я бы даже сказала, что может подойти не только на SXS, но и вполне себе на M. Рукав не короткий, и это худи может быть как толстовкой, так и, собственно говоря, худи, потому что здесь отстегивается капюшон. И у вас может быть еще и как свитер, например, да, вы можете надеть его поверх какой-то рубашки. И вообще многофункциональность этого верха зашкаливает, и вы можете составить просто миллион разных сочетаний с ним. Очень мягкий, уютный костюмчик, из которого мне порой не хочется вылезать. Костюм просто отменный, я буду носить его в конце осени и, конечно же, всю зиму. В моей капсуле есть еще светлые трикотажные брюки, но это вовсе не обязательно. От них тоже можно, в принципе, отказаться. Едем дальше. Наши верха. Что касается осени и зимы, то для меня комфортнее всего иметь какой-то свитер теплый в базовом цвете и лонгслив. Так как у меня более расширенная капсула гардероба, то сначала обсудим лонгсливы. У меня два светлых, потому что они достаточно быстро пачкаются, и мне так удобнее. Причем один белый, он не настолько хорошо вписывается во все остальное, но все же. И второй кремовый. И это тот элемент гардероба, который вы можете носить самостоятельно с любым низом, или же это как слой под что-то, под кардиган, под жакет, даже под свитер, если у вас, например, есть цель еще больше утеплиться. Большая часть того, что вы видите в моей капсуле, это вещи, которые у меня уже были в гардеробе или которые я совсем недавно показывала в своих роликах. Я более подробно рассказываю только о чем-то новом, что никогда еще не появлялось, не мелькало у меня на канале. И вот говоря о лонгсливах, это тоже Лилия Силк, они являются партнером этого ролика. Но прям настоятельно рекомендую вам обратить ваше внимание на их лонгсливы. У меня тоже в кремовом цвете, и он не слишком тонкий, который подчеркивает какие-то изъяны нашей фигуры. То есть он сидит чуть-чуть свободно. Это у меня размер S, но также он не настолько тонкий, чтобы в нем было просто-напросто холодно. Но главное — это состав 90% шелка и 10% кашемира. Это настолько приятно, это тепло, это как облачко обволакивает наше тело, это приятно ощущать на себе. Трикотаж не тоненький, но при этом вот нет ощущения чего-то лишнего под жакетом. И я вот каждой женщине желаю прочувствовать это на себе. Также здесь не завышенная горловина, то есть у нас вот здесь все прикрыто. Сочетание шелка и кашемира еще и здорово удерживает тепло, между прочим. И ничего вам не будет давить, он хорошо тянется. Помимо этого, вы сможете надеть такую вещь под любой жакет, под любой свитер, в качестве самостоятельного изделия и даже под рубашку, если у вас есть цель на многослойность и, опять-таки, тепло. Мне очень нравится, как выполнено это изделие. Ничего лишнего, маленький, такой неброский, вышитый логотип внизу. Это все, что делает его еще и супер универсальным. И я уверена, что вы будете часто видеть его на мне. Обязательно вам на заметку. Что касается свитеров, конечно, лучше было бы добавить какой-то классический свитер, самый обычный, в нейтральном цвете. Коих у меня тоже много, но у меня стояла цель создать какую-то более интересную капсулу, и чтобы здесь были какие-то другие цвета, помимо около кремового, бежевого, коричневых. И у меня есть в этой капсуле всего один укороченный свитер с шерстью, но вы можете заменить, да, то есть взять базу в более спокойном оттенке и укороченную модель к брюкам на высокой посадке, на средней, например, какого-то яркого цвета, это тоже будет здорово играть. У меня обратная ситуация, но тем не менее. И тоже такие свитера из кашемира, из шерсти есть у Лили Силк. Я сама хотела бы заказать там такой хаки, вот что-то в этом духе, около зеленое. И я люблю укороченные свитеры, даже когда у меня какой-то более объемный, я часто его подворачиваю, мне просто нравится, как это визуально смотрится на мне. Поэтому каждый, даже более длинный свитер можно слегка адаптировать под себя. Вот это те цвета, которые являются для меня акцентными, которые я спокойно могу надевать с каждым низом, который я вам показала, под жакеты,
и даже завязывать поверх жакета в качестве шарфа. Я понимаю, что это не всегда удобно. Я прекрасно осознаю то, что так никто не ходит, чтобы поверх был еще и пуховик. Но что делаю я? Очень часто, когда на улице холодно, я надеваю свитер на себя, потом жакет, потом пуховик, например, прихожу куда-то, во всем этом мне жарко, я снимаю пуховик и свитер просто завязываю поверх. Также можно без проблем так ходить, свитер, жакет, как угодно. Свитер можно завязывать даже на поясе, если вы этого хотите. В общем, свитер — это вообще всему голова. И почему я выбрала именно такие оттенки? Потому что они чудесно смотрятся осенью, зимой. Это все какие-то в основном старые покупки, которым по несколько лет, помимо вот этого. И вы можете взять всего один, например, какой-то акцентный цвет или же, например, принтованное что-то. Может быть, принтованный жакет. То есть тут смотрите, что нравится вам. Я составляла капсулу под себя, но я без проблем могла бы переделать что-то в другой цветовой комбинации. Это может быть яркий свитер фуксия. Секунду. Он у меня тоже есть. Он очень похож на то, что у меня здесь. Но, честно говоря, я его надевала всего один раз. Просто не совсем моя история. И вот такой цвет, например, красивее смотрелся бы чуть другими основными оттенками, нежели мои. Но это не говорит о том, что такой цвет плох. Просто подбирайте что-то под себя. Если вы работаете в офисе, если рубашка является частью вашего персонального стиля, вы можете добавить или хлопковую рубашку, или наоборот, например, шелковую блузу, да. Это всегда и нарядно, и так презентабельно выглядит, и опять-таки у Лили Силк они просто восхитительные. И причем в разных-разных, очень комплементарных и универсальных оттенках. Я же выбрала для себя свитер просто с открытыми плечами в качестве чего-то такого более женственного, более элегантного, но чтобы это опять-таки не был просто свитер и просто юбка и брюки. Мне кажется, что это тоже так утонченно выглядит, и я люблю показывать свои ключицы, если только погода это позволяет. Конечно, в капсуле тоже хорошо было бы иметь еще и кардиган, потому что вы всегда можете его завязать, застегнуть или же носить нараспашку. Причем это отменный вариант как для элегантных образов, casual и даже нарядных. И мне не хватает вот каких-то вещей с изюминкой, и опять-таки я нашла его в Lily Silk. Я была очень рада, когда они мне написали, потому что я все равно хотела его приобретать. Это кардиган нежно такого оливкового цвета. Опять-таки, не хаки, чуть-чуть что-то другое, что-то новое. И это тоже супер мягкое изделие. И оно настолько интересно сделано, к нему прилагается еще и пояс, тоже из трикотажа. Я даже специально проверила состав, чтобы вы тоже понимали, откуда берется цена. Это не только фасон, здесь 75% премиального кашемира, супер мягкого, и также 25% шелка. Ну, сказать вам, что я влюблена, это ничего не сказать. Это настолько оригинальное изделие, причем тоже, которое подходит ко всему, и к элегантной юбке, добавляя какие-то более массивные аксессуары, получается такой уютный, нарядный, супер женственный, красивый образ. Можете взять бижутерию вот такого плана, не обязательно супер большие сережки. И так можно спокойно идти на любой зимний праздник, можно выделяться среди повседневной толпы и пойти куда-то так в люди. Можно не завязывать кардиган, а, например, надеть какие-то очень уютные брюки трикотажные с лонгсливом, у вас тоже получается как второй теплый слой. Помимо этого, вы можете спокойно надеть такого плана вещь с джинсами, причем как с графитовыми, так и с синими, с голубыми. Я не снимала это в примерке, но поверьте мне, что каждый элемент гардероба в этой капсуле играет друг с другом, и для меня это тоже очень важный критерий. Кардиган есть еще и в сером цвете. Если вы ищете что-то прям супер базовое, то имеет смысл выбрать что-то
более такое нейтральное, да, я же хотела наоборот больше добавить себе цвета, и такой оттенок очень круто смотрится и с белым, и с голубым, и с серым тоже, поэтому не обязательно руководствуйтесь тем, что у меня есть из дополнительных каких-то там вещей, я уверена, что большинству моих зрительниц он тоже подойдет и понравится, потому что вещь максимально, то, что я повторю много раз в этом ролике, универсальная, и главное, что она качественная, оригинальная, и вы можете комбинировать ее абсолютно по-разному, по-разному завязывать, по-разному что-то придумывать, и она такая уютная, теплая, и он легкий, как перышко, он вообще не ощущается на теле. И даже для офисного стиля, завязывая его, ну, как бы собирая больше вот этим поясом, тоже будет смотреться уместно, потому что это не просто какой-то кардиган, который мы надеваем на себя, когда нам холодно. То есть это и элегантно, и нарядно, и может быть casual. Ну и, конечно же, я не могла не сказать о жакетах. Я знаю, что не все любят супер оверсайз жакеты. У меня есть и более, скажем так, сидящие по фигуре, и прям огромные. И на это у меня есть несколько оправданий и аргументов. Первый жакет темный, вы можете остановиться на одном, но у меня есть и темный, и светлый. Темный жакет насыщенного шоколадного цвета, но он интересен тем, что при разном освещении, при разном сочетании с остальными вещами, он может выглядеть более таким хаки, а может быть очень-очень темно-шоколадным, чего камера не всегда передает. И это жакет уже сильно оверсайз, я не уверена, что каждому он нужен, но так как такие вещи я часто надеваю поверх такого более грубого свитера, то все помещается, и также я очень люблю носить его, например, с какой-то коротенькой мини-юбкой, но мини мы все-таки оставим для, скажем так, более расширенной капсулы. Шоколадный цвет, опять-таки, комбинируется со всем, с чем угодно, буквально вы также можете добавить что-то оранжевое, поактивнее, чем мой терракотовый свитер. И такой жакет тоже хорошо удерживает тепло. Мне в жакетах удобно, и говоря о верхней одежде, это вообще отдельная тема, но когда я надеваю объемный пуховик или такое оверсайз пальто, то жакет меня совершенно не смущает. Помимо темного жакета, я все же предпочитаю, когда у меня есть несколько вариантов жакета, это может быть укороченный и классический, это может быть какой-то оверсайз и более сидящий по фигуре, это может быть нарядный и повседневный и так далее. В общем, в моей капсуле два жакета, и они не только отличаются по цвету и по фасону. Я настолько люблю именно светлые цвета даже зимой, если не можете себе позволить светлый низ, то сверху не должно быть проблем. Это так здорово освежает вообще твой образ, и жакет Lily Silk имеет такой кремовый оттенок, то есть не ярко кипельно-белый. И он выполнен из премиум материалов, это 95% шерсти и 5% шелка, говоря о верхней ткани, 100% шелк внутри, говоря о подкладке. Мне очень нравится, как сидит этот жакет, причем он не сильно, вот знаете, такой официальный, скажем так. Он может быть элементом нашего какого-то более такого нарядного образа, но благодаря тому, что он из более мягкого такого материала, то есть он сшит таким образом, здесь подплечники, но также вы спокойно можете надеть этот жакет, например, с джинсами, у вас получится casual образ. Очень хорошо выполнен, все выточки, красивые лацканы и пуговки. Здесь они такого черепахового цвета с неброским логотипом, очень комфортно в нем, приятно, можно надевать, например, с тем же лонгсливом, который я вам показывала, с кашемиром, и никакой мороз вам вообще не страшен. Это уже тоже такое премиальное прям изделие, но я уверена, что я буду носить его очень много, и я очень рада тому, что у меня наконец-то тоже светлый, качественный, теплый зимний жакет. И вовсе не обязательно надевать что-то светлое под него, это может быть даже шоколадный, например,
какой-то лонгслив и шоколадный низ, то есть брюки, да. Это может быть и черный цвет, и какой угодно, на самом деле. Очень комплементарное изделие, которое выручит вас не раз, и я уже знаю, с чем я буду его носить. Я не успела составить прям миллион образов, но этот жакет подойдет и ко всем низам, к юбке, к брюкам. Если вы хотите, вы можете подобрать, например, шелковые, тоже такие кремовые брюки. Есть у Lily Silk, например. И у вас получится, ну, максимально элегантный, нарядный, такой роскошный образ. Или же можете взять любые джинсы и носить в повседневном стиле. Переходим к обуви. Раньше это была моя нелюбимая часть осенне-зимнего гардероба, в большей части даже зимнего. Сейчас как-то стало попроще, и мода у нас более интересная. И я очень люблю, когда у меня есть что-то на маленьком каблучке, что-то на каждый день на такой массивной подошве и что-то для длительных прогулок, и чтобы мне было удобно и тепло. Возможно, вы обратили внимание на то, что картинки в моей капсуле гардероба чуть-чуть отличаются от того, что я демонстрирую вам на себе, от того, что у меня есть. Дело в том, что не всегда можно найти красивую картинку, а я выискиваю отдельно каждую, делаю скрин, потом добавляю в приложение, убираю фон. Вы, конечно же, можете сделать фотографии ваших вещей, например, и опять-таки сложить все в папочку. Я же, ну, хотела, чтобы это выглядело более презентабельно, поэтому я знала, что мне нужно, я это купила и показывала вам уже в реальной жизни. Или там достала из своего гардероба. Итак, обувь. У меня есть вот такие темно-коричневые ботинки на толстой подошве. Они грубые, массивные, со шнуровкой, еще с замком. Мне удобно их снимать и обувать. Вы можете заменить их, например, на сапоги. Причем за счет того, что мы выбрали с вами широкие брюки, широкие джинсы, вы сможете запрятать их и не будет как-то там некрасиво выделяться. Но если вы хотите сапоги, то вообще без проблем. Если предпочитаете черные, то это ваш выбор. Но я хочу вам сказать, что коричневая обувь и светлая более практична в любом материале, будь то кожа, кожзам, замш, что угодно. Мне гораздо проще содержать в чистоте обувь таких цветов. Сапоги на каблуке Kitten Heel, на вот таком маленьком, устойчивом и удобном. Конечно, не для длительных прогулок по снегу, но куда-то там в машину или на праздник, куда-то на такси подъехать и так далее. Можете выбрать черные, они у меня есть на самом деле и в черном цвете. Очень часто их ношу, еще с прошлого года, и не представляю себе свой осенне-зимний гардероб без такого плана сапог. Эти я нашла в интернете после длительных поисков, они еще и с утеплителем. Мало того, они очень-очень высокие, собираются в гармошку, что абсолютно незаметно, когда я, например, обуваю их с юбкой миди или макси, да. И они смотрятся очень изысканно, они вытягивают силуэт, остренький нос, очень удобные, комфортные. И если вы тоже невысокая, как я, и у вас, например, светлый низ, то имеет смысл выбрать в тон или хотя бы приблизительно там, да, как-то тоже светлую обувь, потому что это визуально будет вас вытягивать. И вообще, у меня есть тоже сапоги светлого цвета без каблука. Я очень люблю кремовую обувь зимой, это факт. Далее, Уги мини-платформ. Вообще, у меня вот такие карамельные, но я хочу вам сказать, что я уже давно думаю о том, что мне нужно купить шоколадные. Я жду каких-то хороших скидок для того, чтобы приобрести их. Для меня это удобная обувь, теплая, можете взять модель повыше, вообще какие-то другие. Но в примерке вы видите, что на мне просто другие темно-коричневые, такие а-ля меховые балетки. Я тоже их ношу их на улицу, но на самом деле я просто выжидаю момента, когда я смогу купить вот такие Уги шоколадного цвета. Очень часто носила в прошлом году, я их обожаю, и я могла бы тоже составить отдельную капсулу, где будет карамельный, бежевый, шоколадный цвет, но в этот раз как-то так.
Аксессуары. Здесь я, конечно, грешна, потому что в нескольких образах я использовала и другие сумочки, просто для того, чтобы показать вам, как это может смотреться с другими цветами, с другими сумочками. Но для меня в идеале иметь сумку среднего размера, куда я смогу сложить камеру, там что-то такое побольше, потому что на каждый день у меня только телефон и ключи от машины, и я чаще всего хожу с маленькими сумками. Но я понимаю, что большая часть моих зрительниц все-таки отдает предпочтение сумкам побольше или хотя бы средней величины. У меня вот такая замшевая, точнее под замшу. Это тоже неизвестный мне бренд, но я как-то оставляла на нее ссылку. Конечно, похожего плана есть в люксовом сегменте, это Bottega Veneta. Также вы можете найти на Etsy, например, ручной работы из замши, и вообще замшевая сумка. Особенно шоколадного цвета для такого плана капсулы, которую составила я, это безупречный выбор. И мне не всегда идут мягкие сумки и в замше, и вот это для меня просто то, что хорошо вписывается. И если вы хотите, например, не замшевую сумку, а кожаную среднего размера и даже побольше, это, конечно же, сумки Polen. У них отменное качество. У меня вторая малышка. Вот такая. И если вы хотите две сумки, то имеет смысл взять одну в базовом каком-то цвете на каждый день и вторую поменьше, которую вы сможете носить как кроссбоди и как вечернюю сумочку. И здорово было бы, чтобы она имела какой-то сложный цвет или акцентный. Вот это иногда кажется коричневой, иногда тауповой, иногда какой-то такой приглушенно сливовый, очень красивый, необычный цвет, который редко встречается в каких-то других брендах. И она просто как произведение искусства, очень красивая, из плотной кожи. И здесь вот всякие там элементы. Мы с вами делали распаковку. Сюда помещается все и даже больше, кстати, нашла свою помаду. И здорово то, что у нее регулируется вот этот шнурочек, ручка. Вы можете ее носить на плече и как кроссбоди. Причем мне нравится их стилистическое решение, потому что здесь, как видите, завязки, а не какое-то крепление. Также элегантная сумочка – это не обязательный момент. Вы можете отдать ей предпочтение, особенно если вы любите минималистичный стиль, то у меня есть вот такая сумочка от бренда Estro. Они есть в разных оттенках, причем не только светлые, есть карамельная, модная такая бордовая. У меня есть тауповая, то есть они у меня даже в двух цветах. Черная, и это украинский бренд Estro. Кожаная сумочка, тоже достаточно вместительная, фурнитура, все, я ее очень много носила с тех пор, как приобрела весной. Могу вам рекомендовать, они вновь появились в наличии. Об аксессуарах можно было бы сделать отдельный ролик, потому что очень часто в простых нарядах я использую что-то дополнительное, что помогает всем моим комплектам заиграть несколько по-новому. Но говоря о базе, у меня в моих нарядах, во многих из них был ремень от Gucci. Ему тоже уже, по-моему, несколько лет. И он у меня двухсторонний, вот такой с принтом и темно-коричневый. Переворачивается бляшка, и у нас получается как новый ремень. Не настаиваю на том, чтобы это был люксовый ремень, ни в коем случае. Я даже сама хотела бы купить что-то без логотипа. И вы не обязательно должны и обязаны подбирать ремень в цвет какой-то основы. Наоборот, у вас может быть их два, или взять один какой-то яркий. Это тоже добавит какой-то пикантности и интересной нотки вашим нарядам. У меня таких нет, у меня только основные какие-то цвета, но все же ремень иногда даже с пряжкой какой-то, да, добавляет немножко золотишко или серебра, и уже тоже что-то вот такое изюм у нас появляется. Ну и, наверное, совсем последнее, не совсем зимнее, но это солнцезащитные очки. У нас в этом году, в этом сезоне очень много солнечных дней. Я надеюсь на то, что зимой тоже так будет, когда сильно слепит солнце, еще и снег за окном, то солнцезащитные очки — это тоже мой must-have. Я уверена, что будут вопросы, просто скажу два слова. Это очки Gucci, вот такие черепахово-коричневые, причем они не слишком яркие, как у Селин бывают, и также аккуратные дужки с логотипом в ретро-стиле, и они есть разных цветов. На самом деле очки даже для зрения тоже могут отменно дополнить ваш образ, потому что это может быть
прозрачное право, это может быть более массивное или же цветная какая-то экстравагантная. Хочется и мне что-то такое добавить к себе, потому что это всегда тоже что-то такое вот интересненькое. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Я старалась рассказать все как можно более подробно. Несмотря на то, что это видео не будет длиться 10 минут, я знаю точно, я старалась вот все-все-все подробно рассказать. И если вам понравится эта рубрика, то мы с вами можем сделать ее, в принципе, сезонной. Можем собрать капсулу на лето, в отпуск, можем на каждый день, в офис, на работу и так далее. Мне вообще сейчас очень интересна тема стиля, всего того, что с этим связано. Я не работаю стилистом, но иногда подумываю о том, чтобы попрактиковаться просто на ком-то другом. И я буду думать об этом, потому что это то, что меня очень сильно вдохновляет, мне очень нравится. И потом, когда я вижу результат, который можно еще достраивать. То есть это не все прям обязательные элементы, которые у вас должны быть. Вы можете половину убрать, тоже будет отлично. У вас тоже будет много комплектов. Или вы можете ее расширять, добавляя какой-то принт, какие-то фасоны, что-то меняя и так далее. Это очень удобно. И я еще, когда составляю капсулу, и потом понимаю, что у меня это все уже работает, у меня уже есть все эти комплекты, да, я делаю еще и фотографии свои того, как я что-то там надела, и мне нравится, да, и я фотографирую. И потом, например, когда я собираюсь, там, думаю, что там было, да, глянула, отлично, и я создаю папочку с образами, которые мне на себе тоже нравятся, и это не всегда суперкрасивые фотографии, просто чтобы запомнить. Таким же образом я собираюсь в поездку. И это очень удобно, потому что я еще и складываю все по категориям, и тоже раз-раз-раз взяла, и мои сборы занимают буквально несколько минут. Поэтому пользуйтесь капсульным подходом к созданию вашего гардероба. Это облегчит вашу жизнь, ваши сборы куда угодно, как видите, даже из повседневных вещей можно составить что-то нарядное и такое уже, знаете, более элегантное, парадно-выходное. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся, буду ждать вашей обратной связи и напишите, какой наряд вам понравился больше всего. Ну а на этом пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.